Здравствуйте, друзья! Сейчас я буду готовить очень вкусную, супер бомбическую закуску из молодых кабачков. Вот я взяла 6 молодых кабачков. Сейчас я их нарежу. Вот я порезала кабачки кольцами примерно 0,7 сантиметра. Больше не надо, и меньше тоже. Вот я поставила накалять сковородку. Сейчас полью немного масла и уложу кабачки. Слегка с двух сторон, немножко их обжарить надо. Вот так вот я уложила первую партию своих кабачков. И начинаю обжаривать с одной стороны. Когда они слегка обжарятся с одной стороны, я их переверну и обжарю с другой стороны. Вот я обжариваю кабачок слегка с двух сторон и выкладываю в миску. Вот кабачки все обжарила. Сколько их было много и на как они уменьшились в размере. Сами видите. Вот я их отставляю в сторону и буду делать заправку к своей бомбически вкусной закуске. Сейчас мелко нарезанный укроп с чесноком смешаю с майонезом. Сюда же добавлю 1 столовую ложку аджики. И самое интересное, сюда добавлю 1 чайную ложку кунжутного черного семени для пикантности. Сейчас я это все размешаю. Вот и все размешала. Вот такая у меня масса получилась. Я соль не добавляла, потому что соль присутствует в майонезе. И когда обжаривала кабачки, тоже соль не добавляла. Сейчас в эту миску буду выкладывать слой кабачка сверху. Вот этой массой из майонеза со специями буду сверху намазывать кабачок. Опять сверху буду ложить кабачок, сверху майонез. Вот и выложила слой кабачка, сверху майонез со специями. Далее, сейчас сверху на эти же кабачки буду ложить новый кабачок. Сверху также буду смазывать майонезом со специей и укропом. И вы знаете, оно и сверху, и снизу будет пропитываться. Нижний слой будет пропитываться со слоя ниже его. Вот так вот слой за слоем укладываем кабачок и майонез со специями, с укропчиком, аджикой, чесночком. Вот остался последний слой. Сейчас мы его уложим и я накрою эту миску крышкой и поставлю в холодильник, чтобы она у меня там постояла 1-2 часа, чтобы пропитался у меня кабачок, и тогда уже можно будет есть. Вот такая красота получилась. То, что это вкусно, сомнений нет, сами понимаете. Все ингредиенты дают о себе знать, что будет уже очень вкусно. Пробуйте, делайте, приятного аппетита!